Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди? Да, люди. И я. Да, и ты. И твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с творчеством писателя Всеволода Михайловича Гаршина. Писал он и очерки, и рассказы, и сказки. Самая известная его сказка «Лягушка-путешественница», которую любят и дети, и взрослые. Давайте начнем ее читать. Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошек, весной громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно, конечно, в том случае, если бы ее не съел аист. Но случилось одно происшествие. Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась теплым мелким дождиком. Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке, капли подтекали ей под брюшко и за лапки. И это было восхитительно приятно. Так приятно, что она чуть-чуть не заквакала. Но, к счастью, вспомнила, что была уже осень. И что осенью лягушки не квакают, и что заквакав, она может уронить свое лягушачье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться. Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток. Когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют. Или лучше сказать, посвистывают. Раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стая таких уток. А их самих даже и не видно. Так высоко они летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились как раз в то самое болото, где жила лягушка. «Кря-кря!» — сказала одна из них. «Лететь еще далеко. Надо покушать». Лягушка спряталась. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову. Ей было очень интересно узнать, куда летят утки. «Кря-кря!» — сказала другая утка. «Уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!» «Госпожи утки!» — осмелилась сказать лягушка. «Что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство!» Утки окружили лягушку и начали кричать, хлопая крыльями. «Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные теплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!» Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг. «Ква!» — сказала она, и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. «Возьмите меня с собой!» «Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев!» «Когда вы летите?» – спросила лягушка. «Скоро, кря-кря! Тут холодно! На юг, на юг!» «Позвольте мне подумать. Только 5 минут!» – сказала лягушка, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. 5 минут прошло. Утки совсем уж было собрались лететь, как вдруг из воды показалась морда лягушки. «Я придумала! Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала. И все будет превосходно». Хотя молчать и тащить лягушку 3000 верст – небольшое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые 2 часа. И так как уток было, как говорится в загадке, столько, да еще столько, да пол столько, да четверть столько, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. Нашли хороший прочный прутик,
Две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и вся стая поднялась на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую ее подняли. Кроме того, утки летели неровно и дергали прутик. Бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы. И лягушка радовалась и гордилась. Вот как превосходно я придумала! А утки летели вслед занесшие ее передние пары, кричали и хвалили ее. Удивительно умная голова наша лягушка! Даже между утками мало таких найдется. Она хотела было поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, крепче стиснула челюсти и решила терпеть. Она болталась таким образом целый день. Несшие ее утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик. Это было очень страшно. Не раз лягушка чуть было не квакала от страха, но нужно было иметь присутствие духа. И она его имела. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте. С зарею утки с лягушкой снова пустились в путь. Они летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах. Оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала: «Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно». На следующий день утки летели так низко, что слышали голоса. «Смотрите, смотрите!» – кричали в одной деревне. «Утки лягушку несут!» Лягушка услышала это, и у нее запрыгало сердце. «Смотрите, смотрите!» – кричали в другой деревне. «Вот чудо-то! Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» – подумала квакушка. «Смотрите, смотрите!» – кричали в третьей деревне. «Экое чудо! И кто это придумал, такую хитрую штуку?» Тут лягушка уж не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи. «Это я! Я!» И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали. Одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка быстро падала на землю. Но так как утки летели очень быстро, то она упала не на твердую дорогу, над которой закричала, а гораздо дальше. Она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни. Но скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во все горло. «Это я! Это я придумала!» Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из нее, то с удивлением смотрели на новую. И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и, наконец, изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках. Как у нее были свои собственные утки, которые носили ее куда ей было угодно. Как она побывала на прекрасном юге, где такие прекрасные теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых. «Я заехала к вам посмотреть, как вы живете. Пробуду у вас до весны, покуда не вернутся мои утки, которых я отпустила». Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее. Так заканчивается эта сказка. Много хороших качеств было у лягушки-путешественницы. И смелость, и находчивость, и изобретательность. Но уж очень хвастлива она была. Это-то и помешало ей довести до конца то, что так хорошо началось. И правда, что хорошего может принести хвастовство? Ровно ничего. Мы-то с вами прекрасно об этом знаем. Я прощаюсь с вами, мои дорогие друзья. До новых встреч. Ангела вам, хранителя.